Праздничные гуляния в день рождения города и района проходили на Театральной площади с самого утра. Все желающие могли отведать вареников и насладиться изысканным разнообразием сортов чая. Наша съемочная группа вместе с гостями окунулась в атмосферу праздника. Народными гуляниями отмечают праздники в Славянском районе. Ну и какой же праздник без кубанского блюда – вареничков? Учебные заведения района, общественные организации, предприниматели и хозяюшки квартальные стали участниками настоящего фестиваля кулинарного мастерства. Глава района старался уделить внимание каждому столу и по достоинству оценил старания мастериц. Некоторые приготовили вареники по уникальным семейным рецептам, так, как готовили их мамы и бабушки. Людмила Дубко говорит, что не могла не принять участие в фестивале, ведь вареники – ее любимое блюдо. Дорогие мои жители города, района, город, поздравляем вас с праздником День города. Мы очень рады. Мы участвовали в конкурсе, варили вареники, угощали нашу администрацию, наших жителей. Всем здоровья! На необычном веселом фестивале, который прошел в Славянском районе впервые, каждый мог отведать вареников, выведать семейный рецепт и даже послушать песню об этом кубанском блюде. Работящие, хлебосольные и открытые, почитающие традиции своих отцов и дедов. Щедрые на душевную теплоту люди живут в Славянском районе. Они бережно хранят кубанские культурные традиции, поэтому с большим удовольствием пришли на фестиваль. Очень вкусный, безумно. Весь город поздравляем, район поздравляем. Всем здоровья и всего самого наилучшего. Очень вкусные вареники. Молодцы вообще. Понимаете, что готовили, потрудились и сделали. Так что вареники все очень вкусные. И мы гордимся тем, что организовали этот праздник, не забыли прожитые годы. И слава Богу, что организовали вот именно дегустации вареников. И я надеюсь, что это будет каждый год повторяться. Очень приятно, конечно, что это организовано. И всех вас с праздником. Кроме вареников, гости праздника смогли отведать и блюда национально-восточной кухни. В огромном казане умелые повара готовили плов. Горячий, с пылу с жару, он понравился абсолютно всем. А рядом расположились самовары – электрические и угольные, большие и маленькие. Чай пришелся по душе гостям праздника и стал отличным поводом для того, чтобы пообщаться друг с другом на свежем воздухе, поделиться впечатлениями и просто хорошим настроением. Как велика, как сильна в народе потребность праздника, идущая из глубины веков, питаемая традицией. Праздника красивого, многолюдного, яркого. Именно таким стал фестиваль вареников, который прошел в день Славянского района. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События».